Доброго времени суток, с вами Людмила. Я вот записываю краткий отчет за 32-й день малоедения. Хочу так несколько дней, прям кратко. Встала я утром рано в 4:30. Для меня это подвиг. И уже легче встаю. Сделала зарядки все свои, потом в 6 часов попила чай зеленый. И побежала на прогулку. Рано, еще без 27, уже побежала. Прошла свои 4 круга, 10 километров, гордо держа осанку. Осанка у меня, согнулась я. Вот этот компьютер за компьютером спрессовал мне позвонки. На прогулке было отлично, свежий воздух, птички. Общение с природой всегда радость для меня. Потом я походила по магазину, купила себе кое-чего. И 10 часов дома пила зеленый чай с ромашкой, полевым хвощом и шиповником. И кокосовое масло чуть-чуть, 4 финика и кокосовую пасту. А на обед в 11:15 я кушала авокадо, помыла 1/4 часть, помидорчик, половину, по-моему, съела, редьку, дайкон, кружочек небольшой такой, я сделала фотографию, и 2 кружочка кабачка. Авокадо 1/3 съела, купила сегодня, наконец-то, авокадо, но вкусно, вот. И в конце, потом я это все съела, вроде бы наелась, но в конце, готовя домашним своим еду вкусную, я все-таки соевую сосиску 1 съела. Ну, хочется пожевать. И вот в 11:00 до 12:00 я все поела, а через 2 часа мне опять захотелось. Но желудок полный. И я зашла на кухню, покружила и ушла. Ничего не ела. Вот так вот. Так что вечером я собираюсь не пить, не есть. Надо восстанавливаться. Настоящее малоедение должно быть. Все уже заметили, что я похудела. Сильно похудела. Ну, 15 кг я потеряла. Ой, не потеряла, выкинула все ненужное. Старые отмершие клетки, всяких паразитов. И не буду вас утруждать. Но я считаю, эти 15 килограмм – это лишняя вода ненужная, отеки вызывающие и так далее. Так что 32-й день, вот это отчет. Завтра буду за 33-й день делать. Доброго времени суток, с вами Людмила. Сегодня 1 июня, День защиты детей. Возле нашей Меги, такой у нас центр развлечения, поют, празднуют праздник. Сегодня у меня 33-й день малоедения. Вчера я поела в 11:15, начала кушать, съела все. И до сегодняшнего дня ничего не ела. Только 8 часов попила немножечко водички, несколько глотков. Жарко. У нас 33 градуса жары. Сегодня 33-й день малоедения. И я проснулась в 4 часа, но легла вчера рано. Где-то я уже легла отдыхать. Где-то 8 часов. Вот в 4 часа проснулась. Ну, я так еще просыпалась. Просыпалась в 12, в 2, 4 проснулась. Окончательно уже не стала больше дремать. Чай я попила в 6 часов. Чай зеленый с 12 травками. К ним 2 финика.
Где-то приблизительно 10 маленьких семечек тыквы, кусочек пол чайной ложки кокосового масла. И у меня кокосовая паста была тоже, я поела где-то около чайной ложки, наелась. Потом пошла на прогулку с 6:30 до 8 я бегала, сделала только 3 круга. Четвертый круг не стала делать. И там еще посидела, помедитировала в парке. Сеанс себе провела по космоэнергетике. Вот. И потом пришла дома в 9:30, попила чай такой же. Остатки этого чая. И точно так же кокосовое масло. Где-то 2 чашки у меня чая оставалось. Кокосовое масло чуть-чуть съела. Там у меня еще на 2 раза осталось. Это один кокос. Я вот кушаю долго. И кокосовой пасты. И несколько отрубей ржаных. Это было в 9:30. Потом я в обед где-то, ну, в 11 часов начала жевать кусочек капусты с полчесночком. Жевала чесночок, я старалась не разжевывать, а, знаете, такими маленькими кусочками, как таблеточки. Капусту пожую, а потом откушу кусочек, откусываю от чеснока кусочки, глотаю. Дезинфекция. У меня еще помыло есть. 2 дольки я почистила. 1 дольку, считаю, что это много, оставила на завтра. Редьку белую, дайкон порезала соломкой, кружочек. А зеленую взяла 2 тоненьких кружочка и мелко так тоже соломкой порезала. И чуть-чуть морковки, совсем немножко. Фото я сделала. Еще я себе отрезала 2 кружка авокадо. Может, надо было 1 кружок. И 2 кружочка огурчика. Все это я приправой своей любимой. Ну, я вот до этого не ела, сейчас опять начала ее есть. Там хрен, горчица самодельная с куркумой, с медом чуть-чуть и томатной пасты. И вот этой приправила кусочки. Я вот себе тут не записала кабачка зеленого. Вот кабачок зеленый, у меня была половинка, но я его весь не съела. На завтра ставилась кабачок. Ну, не знаю, там 2-3 кружка сгрызла. Вот и все. И потом я завалилась, не завалилась, а отрубилась в сон. Ну, вроде бы и не сон такой, а дремота, но я не двигалась вообще. Вот как она обездвиживает. Вчера меня так не обездвиживало, а сегодня обездвижило на 1,5 часа. Пища разрушает. И все, я теперь больше не буду ничего кушать и буду думать о неедении все-таки. Пища разрушает. Она вот даже такая овощная, фруктово-овощная, там помыла 2 дольки всего лишь. 2 кружочка авокадо. Ну, может, авокадо надо было. Вот вчера я съела авокадо 1/3 от плода. Ну, я так приблизительно, вот этот хвостик до косточки. И я его сразу поела до всего остального. Потом немножко подождала. Наверное, так надо. Авокадо сначала, а потом помыла с кабачками. Меня так в сон не клонило вчера. А сегодня вот я вырубилась. Но вчера я же у меня было 18 часов голодания. Если с 11 считать до 6. Сейчас я посчитаю на пальчиках. 11, так, 12. 18 часов было голода.
Ну, не голода, не едение. Вот это я еще по привычке говорю. Это не голод был. Мне есть не хотелось. Это не едение. Так как у меня мало едения, оно мне сохранит здоровье. Мои органы поправятся, будут оздоравливаться. У меня уже вес лишний пропал. Все лишнее вышло. И вот все будет хорошо. Это мне дочка сигналит, так что все. До встречи в следующих видео.